Добрый вечер, уважаемые болельщики. В эфире новогодняя «Локомотив-арена» и первый в нынешнем календарном, в новом календарном году домашний матч «Локомотива», который принимает «Газпром-Югру» из Сургута. Да, ну а другой блокирующий, Илья Скорокаев, подает. Прием от Родичева из задней линии забивает диагональный Раджак. Эту атаку, оказывается, Набаев, хорошая подача, выбитый прием. Да, и просто перебрасывают в итоге сургутянин. Казаченко. Как здорово сейчас успел Илья, подстраховал он близко к четвертой зоне. Отлетел 4-1, еще одна подача Абаева. Снова выбитый прием. Здесь есть защита у Локомотива из задней линии, а Марк Курбанов пробивает тройной блок. Красиво. Снова туда же подача и снова прием за 4 метра. Никак не справится Ивану Каратаеву с подачами Константина Абаева. А Сергей Савин, очередное очко копилку Локомотива. Да, ну вот сейчас все было очень быстро, эффективно. А пока что у нас на подаче Сергей Савин. Это эйс. Это первый эйс в 2024 году. Первая подача от него. Хорошая подача, но есть прием у Локомотива. И вновь первый темп. Илья Скуркаев. Первое очко в атаке. Выбитый прием Локомотива. Илья Казаченков на двойном блоке. Вообще не замечает блок диагональный Локомотива. Видно, что вообще на игру заряженные. Да, и здесь... перехитрили. Хорошая скидка от Ивана Каратаева, прямо заблокирующего падал этот мяч. Дмитрий Шевляков на подаче у сургутян. Играют в защите сургутяне и Раджаб. Накат, есть защита. И здесь снова повторяет первый темп Константин Абаев. Максимально загружает своих центральных Константин в сегодняшней игре. И это дает свои результаты. 18-6. Иван Каратаев на подачу на Костромлю. Есть прием от Тамара Курбанова. Сергей Савин со второй зоны. Хорошая атака по диагонали. На площадке нет сразу. Согласились игроки, что касания не было. Сам Родичев в приеме. Вот сам же атаковал. Была страховка. И Раджаб здесь еще ошибается. Атака в аут. Совсем ничего не ладится у игроков Сургута. Блок результативный. Да, это эйс от Ильи Казаченкова. И ставит точку в этой партии. 25-10, 1-0. Впереди Локомотив. Переходящий мяч. Еще да. Одна доигровка у Сургута. Но здесь Дмитрий Лызов закрывает Крисмановича. 4-5. Петр Крисманович со своим планером. Справляется Сергей Савин. И снова первый темп. Илья Лызик. Дмитрий Лызик у меня, да. Что больше, чем доигровщики и диагональный Илья Казаченко. Это как раз он сейчас здорово забивает на двойном блоке. В этом матче счет сравнять. Ну, счет 0-0, разумеется. Но не получилось. Вот сейчас хорошо достает мяч связующий Сургута Максим Кириллов. 39-9, у нас до одного очка сократили отставание гостям. Снова Мара Курбанова, вновь переходящий. И сам Алексей Родичев в атаке. В этот раз останавливает его блоком. Но есть страховка. Защита от Сергея. А Илья Казаченков на тройном блоке. Тут уже в защите играет уже и Сургут. Курбанов. Нет, не получилось. Хорошо подставился Мар, но слишком сильный отскок. На подачу Вячеслав Руднев. Есть прием от Тамары Курбановой, Илья Казаченков. И снова защита. Иван Каратаев. И снова забивает диагональный. Да. Вот вам и поворот сюжета. Снова Абаев. Выбитый прием. Сам же Родичев в атаке. И это скидка на месте Сергея Нуказеров. А Сергей Савин на двойном блоке. Неудобно не атаковать. Классная атака. Вячеслав Руднев. Очередное очко.
Идеальный прием от Сергея Мокозерова. И на одиночном блоке Илья Казаченко забивает очередной мяч. Да, какое же идеальное попадание. Отвечает и за прием, и за защиту. Хорошая подача Илья Сакуркаева. Здесь не самая лучшая передача на Вячеслава Руднева. Спасает мяч. Савин перебрасывает, да. Кирилл подключил Родичева. Такая защита от Романа Мартынюка. Как вовремя он вышел на площадку. Еще одна доигровка Локомотива. И Дмитрий Лызик увидел, что никого нету. Он просил убрать ошибки. Вот мы говорим с начала матча. Хорошая так. Подача Илья Сакуркаева. Просто накат от Алексея Родичева. Илья Казаченков. Хорошая атака по диагонали, по первой зоне. 21-16. На подачу Руднева. Хороший прием Мокозерова. Сергей Савин в этот раз попадает мяч в площадке. Согласен с этим. И Алексей Обмочаев. Ну, на это указал. Абаев подает. Снова прием за 4 метра. Вячеслав Руднев ошибается. Не попал. Вложился со всей силы к мячу диагональной Сургута, но здесь мяч за. Хороший прием. И здесь ошибается еще и Алексей Родичев. Правда, будет просмотр. Да, еще один просмотр есть у команды Сургута. По запросу команды «Газпром Югра» состоится судейская процедура видеопросмотра игрового момента. Поле аут. Поле аут будут смотреть. Все выглядит по-разному. По итогам процедуры видеопросмотра все-таки мяч за. 25-17 в 0 впереди «Локомотив». Вторую партию со счетом 2-0. Очередные замены на площадке у «Газпром Югры». Мы видим Никиту Алексеева в стартовом составе. Это диагональный игрок. Осталось только понять, вышел он как диагональный или как центрально блокирующий. Сегодня у гостей Константин Абаев. Есть прием, но здесь не получилась передача у Кириллова. А Никита Алексеев, какой удар по диагонали на одиночном блоке. Лызик не ожидал, что передача пойдет во вторую зону. Даже Пламен подстрелил. Закрыли калитку для Омара Курбанова. Гости. Я не знаю, какой это блок у них по счету. Первый блок для Сургута. Еще одна передача на Алексеева. На месте Сергей Мелкозеров и Омар Курбанов на тройном блоке. Еще одна доигровка для «Локомотива». Зачем как пробил? Обмочаев. Какая защита по линии. И снова в защите после Лызика. Битва либера. Но все-таки Дмитрий Лызик нашел брешь между блокирующими в этой партии. Да, держит отрыв. Зачемков подавал. Идеальный прием и скидка от Кириллова. Двумя руками через сетку, да. В принципе, помешал. Там играет мяч Сергей Савин. Тут есть защита от Обмочаева. Перебрасывают мяч гости, но сильнее, чем нужно. Да. Мяч за. Героем эпизода может стать Обмочаев. Идеальный прием от Омара Курбанова. И Илья Казаченков повторяет ему Абаев. Но здесь в антенну попадает диагональный «Локомотив». Идеальный прием от Мокозерова. И на тройном блоке пробивает Дмитрий Лызик. Давно не было ему передачи. И здесь все равно втроем прыгнули на Диму. Выходы на площадку. Вот вышел он сейчас на переднюю линию. Думаю, что как раз... Вот он, вот это первое касание. Блок от Василия Молоткова. Продолжает подавать Константин Абаев. Тут принимает Никиту Алексеева. Нашел Константин и сам же в атаке. Спасает мяч Омар Курбанов. И Константин Абаев в задней линии просто двумя руками перебрасывает. Но как грамотно перебрасывает в связующего. Страхует Никиту Алексеева. И вот он теперь. Одиночный блок Василия Молоткова на Алексея Родичева. И теперь эти эмоции уже чисто Василия Молоткова. А Никита Алексеев подает. Выбитый прием «Локомотива». И передача на Молоткова. И забивает. Классный выход молодого диагонального.
просто ввести мяч в игру стоило бы, но желательно есть прием у Локомотива. И Илья Скуркаев забивает на тройном блоке. Вроде бы неудобный прием, все равно первый темп в карте усиления в приеме. Каратаев Мелкозерова. Есть прием, и вновь Илья Скуркаев. Вновь царит капитан Локомотива у сетки Сергей Савиным. Еще один планер, и это второй эйс, что для Никиты Алексеева, что и в целом для команды из Сургута. Есть прием у Сургута, хорошая доводка, но закрывает блоком Омар Курбанов Никиту Алексеева. На этом ставится точка в этом матче. 3-0 в пользу Локомотива. Первый матч нового...